Всем подписчикам привет из осеннего леса. Собираем грибы, облепиху и другие дары природы. Это начало сентября, второе число, вылазка за грибами. Я хотел немножечко рассказать вам о таком грибе, распространенном как подберезовик. Подберезовик – это губчатый гриб, который растет в содружестве с березой, образует микорис. И немножечко в отдалении от березы может расти. Вот тут у нас 4 маленьких подберезовичка. Здесь еще у нас 3 подберезовика. Береза растет. Вот она рядышком, береза, и подберезовик растет в отдалении. Что из себя представляет подберезовик? Я вот срезаю один гриб, подберезовик. Это губчатый гриб, гриб первой категории, который имеет коричневатую шляпку, коричневую в старом состоянии, то есть в старости она темнеет. А ножка у него, ножка покрыта в крапинке. То есть сама ножка имеет вот такие крапинки, как у подосиновика. В отличие от подосиновика, у него срез его не темнеет, то есть и не синеет. Вот у меня сейчас, я покажу вам собранные подосиновики. Вот подосиновик, типичный подосиновик, тоже губчатый гриб. А вот он срез, он только срезан, но он уже синий, то есть срез гриба синий. У всех подосиновиков он синеет, то есть идет реакция на свету, и она синяя. Подберезовик же не синеет. Он после, вот даже есть у меня подосиновик, который имеет шляпку такую не оранжевую, а коричневатую. Вроде как подберезок, но это подосиновик, то есть у него срез синий, чистый. Подберезовик не синеет. Вот я сейчас срезаю свежий вам, который растет под этой березой. Вот я срезаю подберезовик. Вот он. Вот у нас подберезовичек. И у него срез, тоже губчатая структура под шляпкой. Ножка в крапинку. Но срез остается белый. Они примерно равнозначны по пищевой ценности и могут использоваться во всех видах обработки. То есть сушиться, при сушке они темнеют, подберезовики и подосиновики. И жарится, варится и солится. То есть соление мариновать не рекомендую. То есть засол, получается классный гриб. Это подберезовик. Вот он у нас подберезовик. Их тут целая семейка. Подберезовик. Всем удачной грибной охоты. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Сейчас год, день один год кормит. Всего доброго. Доброго вам!